С сегодняшнего дня запускаем проект 240, да? 241 выруби как лево. Вообще идея родилась сразу же после боя с Емельяненко, потому что посыпалось много хейта, да тебя там любой. Что нас сегодня ждет? Джиган пригласил в зал, написал мне в Instagram: приходи, поработаем. Ну вот, я думаю, начать с ним проект выруби как лево за 2 минуты 41 секунду. Это то время, когда судья остановил бой в прошлом году, 29 ноября, с Александром Емельяненко. Смотрите, вот теперь, как я совершенно забыл те уроки, которые все... Да, в тяжелом положении оказывается Михаил. Ну, я очень сомневаюсь. Сумеет ли он подняться? Да, очень по тому, сомневаюсь. Посмотрите на эти глаза. Нет. Все, это надо заканчивать. Нельзя продолжать. Посмотрим, что сделает сегодня Дэн. Вырубит, нет? А если вырубит? Ну, значит, надо тренироваться. Значит, тренироваться надо. Ты мастер спорта, да, по-моему? По кику. У тебя вообще желания нет какого-то выйти? Я все свои желания, так сказать, то есть все, что хотел, я сделал, мне понравилось выступать и по ММА, и по кикбоксингу, тайскому боксу. Сейчас я занимаюсь музыкой, а когда-то мне музыка, ну, то есть у меня был выбор, либо музыка, либо профессиональный спорт. Я выбрал музыку и ни о чем не жалею. Не, ну если тебе будет достойное предложение, потому что часто твое имя стало возникать уже в боях, ты можешь принять его или, в принципе, вход туда закрыт для тебя? Вопрос цены. Если хороший гонорар платят, почему бы не выскочить? Готовы? Ну, досталось.
Руки пожали. Нормально. Спасибо. Бьет, но терпимо. Не вырубил. Мексиканский бокс. Хорошо, поработали, порубились. Ну ты так нормально заряжал. Не, не сильно. Да на встречу так казалось. Это просто он весит много. И на встречу получается больше. Ну да, это лицо, да, я там посмотрел. Вот то скажи, да, что это? С сегодняшнего дня запускаем проект 2.40, да? 2.41. Выруби Кокляева. Братан. Спасибо. Спасибо. Я работал в кайф. Надеюсь, Миша тоже был в кайф. Ну тебе прилетел хоть один удар? Ну, через руки прилетало. Сильные удары. Конечно, масса то с чем-то там. Чувствуется, да? Конечно. Даже через руки. Я больше железным занимаюсь. Фу, 180. Попробую, не уверен. Сам снимаешь? Сам, да. Давай, молодец. Все, ну вот за счет. Не, 180. Я вот после тренировки раскидываю руки, ноги всегда. Борьба по легкому. Ну вот сегодня за все время так в серьезочку зарубились. Небольшое время, но потихонечку как бы с чего-то надо начинать. Когда ты занимался серьезно, то много людей нокаутировал? Ну, были все нокауты? Или не пачка? У меня были нокаутов очень много ногами. Я же не боксер, я тай-боксер, и я работаю больше ногами. И ну, по голове много нокаутов было, да. Ну, если какой-то хейтер будет, да, там, ты его легко сможешь обмануть. Да похуй на этих хейтеров. Они... Хейтеры, ты знаешь, они петушки ебаные. А ты теперь кого бить собрал? А я всегда человек пью. Мне на самом деле без разницы кого бить. Пока руки есть, ноги. Весь такой удар голову попадет, оторвет голову от позвоночника. Вообще идея родилась сразу же после боя с Емельяненко, потому что посыпалось много хейта, да тебя там любой, да тебя там туда-сюда. Я подумал, ну, если любой так быстро все это сделает, сделайте это быстрее Емельяненко, или так же, как сделал это Емельяненко, 2.41. Тогда я скажу, ребята, базара нет. Поэтому будем смотреть людей интересных. Вот сейчас Руслан Проводников писался в тему 2.41. Это мой опыт. Чтобы быть сильным, нужно играть сильными. Тёма, Тарасов. Бля, готовься. Реально. Давай. Тебе пиздец будет. О, кстати, ты же с Тарасовым боксировал. Ну, это разные вещи вообще. Ну и... Бля, ну я не знаю, бля, что нужно сделать Тёме, чтобы выиграть, реально. Бля, Тём, хуй знает. Готовься, бля.